1 января 2024 года в Казахстане стартовал третий этап всеобщей декларации доходов. До конца текущего года остается около месяца. Сколько жителей Жамбылской области уже подали декларацию о доходах? Каково количество тех, кто еще не выполнил эту обязанность? Какие меры будут приняты в отношении них? Система декларирования доходов, инициированная президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, реализуется в 4 этапа. Начатая в 2021 году, эта поэтапная инициатива направлена на повышение налоговой прозрачности и сокращение теневой экономики. Сегодня завершается третий этап декларирования, в рамках которого обязаны подать декларации руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги. В период всеобщей декларации доходов 132 тысячи налогоплательщиков Жамбылской области были обязаны представить декларации о доходах, активах и обязательствах. На сегодняшний день декларации подали более 115 тысяч налогоплательщиков. Однако более 15 тысяч налогоплательщиков еще не выполнили эту обязанность. Налоговым департаментом этим лицам были направлены уведомления о необходимости представить налоговую отчетность. Поскольку сроки исполнения указанных уведомлений истекли, государственные органы в настоящее время приступили к блокировке банковских счетов этих налогоплательщиков. Как отмечают специалисты, представление налоговой декларации является важной обязанностью каждого гражданина Республики Казахстан перед обществом. Эта мера направлена на укрепление налоговой дисциплины, повышение финансовой ответственности граждан и способствует эффективному использованию государственных ресурсов. Сара Абдиева, Аслан Хожахметов, Алимжан Ахпаев, 77 News.